Даня, задавал вопрос в комментариях, а Вишня уже ответили. А я не знаю. Я на каждом практически вебинаре про Вишню говорю. А, вы, может быть, так. Наверное, был вопрос о Вишне, я сказал, отвечу на вебинаре. А вы знаете, что получилось? У меня набрано материала было, но вот когда приехали это телевизионный канал, половина я ушел вниз, то есть я просто не дошел. Наверное, не ответил. Даня, потерпеть теперь до следующего вебинара. Не могу я это. Вопросов много, я всем стараюсь ответить. Но за 2 часа это мгновение, как пуля у виска. Так, Надежда. Муравьи устраивают свой муравейник молодого саженца. Потом к ним приходят землеройки, подрывают саженцы. Эти саженцы листья не выпускают. Землеройки, видимо, муравьи едят, да? Эти саженцы листья не выпускают. Верхняя часть стволика засохла, у корня ткани пока живые. Можно ли спасти молодые саженцы выпуск? То есть я говорю так, если у вас, у меня порядка 20 фотографий, это значит, что на 20 молодых и взрослых абрикосов, или вот так вот облеплены муравейником, там вот никакой корневой речи нет, вот, или рядом муравейник, или сквозь, сплошь муравейник, ни одного не погибло. Вот. У вас тут надо понять, от чего. Вот представим себе, что вроде бы и муравейник, и вроде бы рядом, или даже облепил этот саженец. А учитывая процент уничтоженных саженцев руками человека, вот, руками природы, или, допустим, они изначально были, ну, вспомните, посадка без обрезки, это уже инвалид. Может быть, свалит на муравейник, а караул, вот этот муравейник. Вот. А он совершенно ни при чем. Скорее всего, так и есть, потому что я ни одного дерева не видел, чтобы у меня погибло. А муравейников полно. Вы знаете, что я их боготворю, муравейники. И получается так. Если на самый крайний случай, я уже говорю так, потому что я все это проходил, ну, пожалуйста, вам кажется, что он вредит. Вы тихонечко только потрогайте его так, не уничтожая потомство, не уничтожая, в принципе, только немножечко нарушите муравейники, и они уйдут быстренько в заплечные мешки свои, положат эти самые личинки и уйдут, если уж так хотите. Вот. А я, ну, я этого не делаю. Вот как получается, как смог, так и ответил. Так, ну, про звук поспорили. Влад, уточняюсь по Мичурину. Рекомендации однократной пересадки касались семечковых, косточковых. Он рекомендовал не пересаживать. Так, семечковые. Понимаете, в чем дело? Что когда пересаживаешь семечковые, они быстрее плодят. Например, семечку посадили, 10-15 лет ждете первое плодоношение, да? Потом пересадили, это еще лет 5-8 ждать. Третий раз еще лет 5-8. Нет, пока я не увижу вот этого. У меня, я же как, ну ладно, не буду, у меня тут целая куча книг, я ни одной не покупал. Мне на присылали, спасибо вам. Вот, но я не верю, что Мичурин это писал. Вот я увижу, ну, том такой-то, страница такая-то, или прям сфотографируйте страницу. Ну вот, наверное, разговор-то наш на сегодня окончен. У нас еще целых 10 минут есть. Так, еще 10 минут. Ага. Ну что, хватит, наверное. Не всем дано, поэтому нас так мало. Сейчас я посмотрю состав. Может быть, с кем-то конкретно поговорю. Вот. Лилия. Спасибо, Лилия. Десятки фильмов благодаря вам родились. И что вы с меня ни рубля не требовали? Федосеева, Влад, Гусева, Емельянов, наши люди. Сам Николаевич, суперсадовод, Ольга, Даня, мужа. Не дошел до вашего письма. Символокова. Александр Николаевич, вы на месте? На месте. Надежда.
Несу брат железо. Свинин это северо-запад. Наталья, Северный Казахстан. Несу, Сибирёв, Надежда. Пушкарёва. Эй, Нетяга, это я, Нетяга. Так, кто под меня работает? Или это все на полном серьезе? Нетяга, я по маме. И горжусь этой фамилией. Викулов, Столяров, Ирина Самара, Андрей, Калина и Рёмин. Ну вот, друзья, сегодня наш состав. Фух, бедные вы, бедные. Начали с ним связываться с фанатиком. Все, кажется, мы на этом закончим. А, слово анабиоз Неверов написал. Да, это анабиоз все-таки принято считать при минусовой температуре. А у меня плюс 2. Нет, все-таки не анабиоз. Назовем это глубокий сон. Хотя вы тоже правы. Все. Ну как мне хочется еще, но надо оставаться, друзья. Давайте на сегодня все. Значит, косточки заказывайте, потому что... А у меня сколько минут осталось? 8. Слушайте сюда. Значит, откуда разница между моими костями, косточками, и любого другого сада, который расположен даже, может быть, на той же широте, но в другом регионе? За что меня ругали? За смешанный сад. Смешанный сад – это как это самое, одни деревья опыляют другие без получения плодов, я уж так утрирую, вот, без опыления плодов, потомству дают одни здоровье, вторая морозостойкость, третья жизнестойкость, четвертое качество плодов, крону и так далее. Или это может быть несколько. И когда я вам показывал эти необычные плоды, откуда взялись? А я вам фейну показывал, тройной гибрид, откуда взялся? Не с неба же свалился. Итак, в этом диком разнообразии существует одно самое главное качество для приводчиков. Как бы я ни хвалил, там Катя Карташова, фаины сохранили культурное качество, академики уже по 5 сантиметров. Все равно прививка, прививка, еще раз прививка. Вот. Но при этом существует понятие биологической несовместимости. Прижилось через 3 года мертвый. Ах, замерзло. Да замерзло, потому что было у этого минус 50, по двое морозостойкости, у перевоя 30. Ждем, ну, хотя бы 40. А он при 20 замерз. Поняли, да? Вот чем мои косточки отличаются. Смешанный сад. Именно за смешанный сад я по морде-то и получал. И ведь самое интересное, не переубедить людей с высшим образованием и даже с этими, с учеными степенями. Ну, не переубедить. Ну, они не должны мне верить. Они верят своим учителям. Я говорю, давайте перестроим программу. Давайте заранее поверим, что это чудеса будут. И не важно, что обязательно повторить качество. Наоборот, интереснее жить. Вот этим отличаются эти косточки. Гарантированная морозостойкость и качество. Это невозможно. Это подвиг. Это десятки лет жизни. Вот. Не то, что я специально этим занимался. Я потом сам хожу вот глазами, луп-луп, репу чешу вот эту вот. Да что же это такое-то? Нет. Как песня. Надо подумать. Да что же это случилось? Почему они перестали дичать? Почему наоборот они увеличатся? А потом уже думают, да господи, да не надо нам. Говорят, нет вегетативной гибридации. Да и хрен с ним, нет вегетативной гибридации. Откуда же они 2 раза увеличили? Тот же Мичуринский. Да память предков-то вот откуда. Поколение за поколением растили, растили эти сеянцы, растили, да растились. Я же, думаете, я хвастался, когда это самое, Брянскую розовую-то показывал. Я надулся с гордости по одной причине. Я железный. У меня черешня растет. А то, что они вот такие вот, 2-3 раза мельче, чем настоящая южная черешня, это другой вопрос. А я-то получил черенком, а вот такой уже не получил. Теперь я должен из поколения вырастить, а мне что, впереди годы жизни, что ли?
Можно доказать, что она вернется, но это еще впереди 10-15 лет. Все, выговорился. Покупайте косточки, и будет вам счастье, как говорил этот фокусник. До свидания, друзья. Выключаю. Жаль расставаться, но пора.